Привет всем. В этот раз у нас будет несколько необычное видео. Это новинка, по сути, ну точнее не новинка, а сообщение о том, что в скором времени появится новый танк в советской ветке. И заметил я это там в бою вот на этой замечательной машине ФСМ-36 ПАК-40. Вот данная машина хорошо всем нам известна. Она находится ветки советских средних танков, предшествующие тяжелым танкам. Это всем хорошо известная машина Т-28. Вот, но на этот раз это не то самое, что мы привыкли видеть, да, в данный момент в виде Т-28. Отличие состоит в том, что там Т-28 экранированный. То есть у него есть еще экранирование, то есть он будет лучше выдерживать удары различных фугасов, кумулятивов и тому подобное. Скорее всего, что у него будет больше запас ХП. Но судя по комплектации, то, что у него стоит на вооружении F-30 пушка, то он, скорее всего, будет, наверное, не премиумной машиной, потому что F-30 когда-то была раньше на вооружении у этого Т-28, потом его понерфили, дали ему на вооружение кучу вот этих вот орудий. И получилась вот такая вот интересная подборка. В итоге мы получили, в общем, после нерфа Т-28 кучу орудий, да. Вот, то есть практически у нас 5 орудий на вооружении, просто огромное количество. Правда, из этих 5 орудий там можно посчитать толковым только одно орудие. Остальные все, ну, не такие себе. Ну, максимум 2. Можно еще сказать, да, потому что L10 и F-32, они по-своему неплохие, в плане того, что у них есть неплохой урон, да, вот, но одно из них более точное, по характеристикам они очень схожи, то есть это вот орудие, вот это орудие, но все равно это далеко не то, что было ранее, да, если я не ошибаюсь, по-моему, если мне память не изменяет, у него стояло тогда 85-миллиметровое орудие, и, ну, не схоже по характеристикам, опять же, если мне память не изменяет, потому что это было давно, по характеристикам близко к стоковой пушке того же КВ-85. Вот. Сейчас у него на вооружении только 2 толковых орудия, это 112 с пробитием 112, 57-миллиметровый дракол, который на Т-34 активно используется, здесь 4, да, вот, и периодически используется также вот это F-32 орудие из-за большего урона. У него похуже пробитие в целом, но больше урон. Вот. Скажем так, поменяли нам вооружение. Вместо мощной 85-миллиметровки мы получили толковое, по сути, только одно орудие, 57-миллиметровое, которое имеет маленький урон, но хорошую скорострельность и пробитие. Вот, что происходит сейчас, очевидно, будет вводиться, по сути, клон Т-28 старого, у которого будет тоже настолько же мощное вооружение, которое, каким оно было когда-то, вот, и как он будет располагаться в ветке, я понятия не имею. Но вряд ли он будет премиумным, мне так кажется, потому что он достаточно мощный, хотя если его понерфят, возможно, его даже впихнут в линейку премиумных танков, где-то вот здесь вот, например, да. Вот, если же нет, возможно, нас даже ждет какая-то новая линейка до КВ-13, да, и с последующей разводкой. В общем, я даже не могу пока сказать, как это будет, потому что эта информация закрыта. Вот, ну, чтобы дальше нас не затягивать, посмотрим непосредственно в бою, где я столкнулся с этой машиной. Как видите, предварительно посмотрим таблицу, да, в которой вот были результаты полученные непосредственно в борьбе с этим противником. Он занял первое место в своей команде по опыту. Это альфа-тестер, да, с, естественно, закрытой машиной. Видите, здесь название Т-28М, экранированный F-30. И он умудрился набить почти 900 единиц урона, что для боев такого уровня, где 4-5 левел, это просто отличный результат. То есть можно понять, что пушки хорошие, хорошая альфа и достаточно неплохие показатели пробития. Вот, произведено у него выстрелов всего 10 было, из них вот он попал-то еще меньше, и смотрите, какой дамаг он нанес.
И вот сравнение его, допустим, с игроками, с его командой, да, сколько он нанес здесь урона. И очевидно, что эту машину, скорее всего, тоже будет балансить достаточно неплохо. Возможно, у нее будет льготный уровень боев. Хотя, честно говоря, сейчас идет такая у них, у разработчиков, новая концепция, что премиумным танкам не нужен комфортный уровень боев. Хотя я, в общем, считаю, что это, наверное, затея не самая правильная. Потому что танки премиумные, они заведомо хуже, слабее, и у них хоть какие-то должны быть отрады, а не только повышенная доходность, которую еще надо заработать, скажем так, вот, с более слабыми пушками там или скоростью, как вот, допустим, у ИСа 6 плохая пушка в плане пробития и точности, у Льва плохая скорость, то есть, ну, такой вот. Так что вот так вот мы столкнулись с этой машиной, вот она здесь расположена была, вот, ну, а F-30 пушка, вы можете ее встретить в игре на целом ряде советских танков. Что касается пушки, да, то есть всем известный нам танк КВ-1, да, то есть вот у него эта пушка имеется на вооружении, как один из вариантов вооружения танка КВ, но, в общем, чаще всего ее и используют. То есть вот эта пушка имеет просто заоблачные показатели, как на мой взгляд, для 5 уровня. А если учесть, что Т-28 экранирован, возможно, будет на 4 уровне, хотя не исключено, что и на 5. Но в любом случае, эта пушка очень даже хорошая по практически всем показателям, кроме точности и скорости сведения. В остальном у нее все замечательно. Хорошая скорострельность, приемлемая, от хорошего пробития, отличная альфа для этого уровня. То есть все есть. И, в общем, раньше эта пушка была, как я уже говорил, у Т-28. Если посмотреть далее по линейке, которая у нас имеется, да, то есть прочим орудием, то вот дальше клоны этой пушки имеются дальше вот на КВ-1С. Тут практически схожие показатели, она просто немножко точнее, ну, быстрее сводится, точность там та же самая. И КВ-85 Д-25Т, она имеет тоже практически такие же показатели, просто она немножечко точнее, такое же имеет плохое сведение, но чуть повыше скорострельность. То есть вот примерно с таким вот разрядом орудий мы будем иметь дело на Т-28 экранированном с F-30. Ну и непосредственно в самом бою, в котором мы столкнулись с данной машиной, в общем, мы сейчас можем посмотреть, ну, скажем так, со стороны противника, потому что посмотреть, естественно, на этот танк от первого лица не получится, потому что любой, в принципе, закрытый танк, он, естественно, закрытый, и вы не имеете права, как тестер, выкладывать там в реплеях, например, это запрещено, поэтому, естественно, в каких-то гайдах и прочее, потому что вас сразу там накажут, и уже никаким вот тестером не будете. Поэтому мы сможем посмотреть только через вот призму противника, да. Я не буду говорить там рекламировать проект, я вообще не рекламирую, но вы знаете, как у нас относятся к любым упоминаниям конкретных продуктов. Но в одной известной игре, да, конкурентной по сути для World of Tanks, этот танк имеется в разряде прокачиваемых, то есть он там идет после Т-28, следом сразу же идет экранированная версия Т-28, более мощная, более серьезная. Вот. Нечто подобное мы имеем здесь. Вот посмотрите, что такое выстрел с F-30. Мы выезжаем, да, было у нас 180 хп, осталось 23 хп. То есть можете себе представить, вот он, экранированный красавец. Все, еще одно попадание. Но здесь просто сработала наша орудийная маска, достаточно мощная, хоть и узкая. И вот это попадание мы выдержали. То есть можно посмотреть и представить, да, что такое вот этот вот танк, да. То есть одно попадание, и наша ПТ-шечка просто отдыхает, она ничего не может сделать абсолютно. То есть F-30, да, что такое, если себя представляет F-30? То есть 120 пробития и 160 единиц урона при скорострельности 12 выстрелов в минуту. То есть можете себе представить, что эта пушка будет значить для 3-4 уровней. Это просто полнейшая имба, по-другому не скажешь. В общем говоря,
сталкиваться в вот таких вот уличных боях с данным противником. Задача не самая такая вот простая. Вот, но единственное, что видите, он проигрывает по точности. То есть вот он выехал. Естественно, эта пушка мощная, но недостаточно точная. Поэтому здесь против 75-миллиметровой немецкой пушки ПАК-40 он, конечно, проигрывает в перестрелке. Что вполне естественно, потому что вот, если бы он еще по точности соответствовал, то это вообще было полнейшая имба. Как видите, по части запаса ХП, да, он даже превосходит Valentine, достаточно крепкую машину, как для своего уровня. Ну, бронирование у нее, очевидно, будет получше, чем у обычной версии Т-28, но в целом Т-28 к Т-28 каким-то там суперкрутым бронированием никогда не отличался, и вряд ли мы это увидим в игре. Вот. Ну, а сейчас мы будем непосредственно знакомиться с танком, как он на самом деле выглядит. Вот, сейчас мы быстренько перемотаем эти все моменты и посмотрим на него поближе, точнее, на то, что от него там останется. Ну, как видите, наши союзники здесь постепенно берут верх над врагом. Ну, нас больше всего интересует вот этот вот товарищ, видите, Т-28, вот так вот он выглядит, вот. То есть можно себе понять, да, что это вот тоже четвертый уровень, тоже экранированный, вот, и, ну, то есть не тоже экранированный, четвертый уровень экранированный, плюс лучшая защита от кумулятива от фугасов и та самая F-30, которая когда-то стояла у него на вооружении. То есть можно себе представить, да, что это будет за имба. Если это будет премиумный танк, то, на мой взгляд, если ничего не изменится, разработчики ничего не поменяют, то в умелых руках это будет очень классная машина, потому что он быстрый, он маневренный, он хорошо вооружен, он быстро разворачивается, то есть быстро меняет позиции и при этом будет иметь лучшую защиту, чем стандартный Т-28. Ну, собственно говоря, для меня как-то особо нового я здесь не увидел ничего. Ну, он, конечно, визуально чуть по-другому выглядит, чем обычный Т-28, потому что он экранированный, то есть вот так можно на него посмотреть в подбитом, правда, состоянии. Но самое главное, что у него здесь будет на вооружении шикарная F-30, которая вот была раньше у него. И в те времена далекие, кто помнит, на F-30 вот этой вот очень хорошо воевалось, и было очень много игроков, которые на Т-28 катались в удовольствие, отлично фармили, и для четвертого уровня это был один из самых прибыльных танков, который без голды мог привозить очень хороший доход, там по 20 тысяч за бой чистыми, да, и это было не так уж-то и сложно на самом деле, если вы умели на нем играть, потому что наличие хорошей маневренности, хорошего вооружения, достаточно неплохих углов вертикальной наводки и при этом верткости, там быстро разворачивался, менял позиции, это все позволяло очень классно показывать результаты высокие, практически стабильно, чуть ли не в каждом бою, и, соответственно, иметь неплохую доходность, как для обычного танка. То есть потом его понерфили, конечно же, уже не такая имба, естественно. Не знаю, не буду говорить о теории всемирного заговора, что ВГ понерфила его из-за того, что он позволял без према зарабатывать неплохие бабки, да. Но, возможно, сейчас мы снова получим эту такую вот перспективу на Т-28 на четвертом уровне, снова без голды спокойно фармить, не напрягаясь. И, на мой взгляд, это будет даже лучший вариант. Хотя если его вот в таком вот виде сделают премиумным, то, на мой взгляд, это будет один из самых интересных танков для фарма лоу-левельных. А на лоу-левеле вы знаете, что фармить проще, потому что баланс лучше и, как правило, противники чуть послабее. Вот, ну на этом у нас все. Вот такая вот новость на сегодня. Если вам понравилось, соответственно, оставляйте свое мнение, делитесь впечатлениями и до новых встреч.